Итак, всем приветики. Сегодня я хотел бы сравнить нож из CSGO с ножом из реальной жизни. То есть керамбит из CSGO с керамбитом в реальной жизни, который я заказал в Китае, и он сделан по ножу из CSGO. То есть, по идее, они должны быть одинаковые, но уже видны различия, как бы. То есть смотрим хотя бы сюда и видим то, что там в игре вот это вот колечко, в которое просовывается пальцы, оно, во-первых, закруглено, видно внутри такие вот, такое вот закругление, а здесь оно ровненькое, вон оно видно такое скругление, что как внутри, так и снаружи видно вот такая вот окружность, как бы, вот оно сбоку видно, как бы окружность такая, вот она, а здесь с этого краю, как вот здесь вот, ее нету, и внутри вон она видна, окружность, а здесь ее вот нету. Потом видно вот здесь вот, вон на этом, как бы, участочке, и тут такие, правда, плохо здесь видно, но на экране, получается, в игре, вот здесь вот на этом участочке, вот на этом идут такие как бы рисочки, как бы, а здесь их нет, он просто ровный, а в игре здесь идут рисочки такие, а здесь нету, плюс он такой идет ровный, а в игре он такой немножко приподнятый, вот, плюс там кругло, а здесь немножко такое, как будто все равно чутка овальное. А вот эти части одинаково сделаны. Потом вот это вот все тоже одинаковое. Вот эта часть, здесь какие-то точечки, а там их нету. И здесь оно впуклое, а там в игре оно вроде как чуть-чуть выпукло. Вон оно видно, такое небольшое выпуклость. Потом все остальное, как бы. Здесь такие рисочки в игре. В игре они тоже есть. Их, правда, плохо видно здесь на мониторе, но они есть. Вот, потом сам нож. Видно в игре явно, что он потолще, как по кольцу. То есть, если ручка еще более-менее, то кольцо должно быть примерно такого же размера, как ручка здесь. Оно очень тонкое. То есть, на металле, на толщине металла они сэкономили. Те, кто делал этот нож, оно должно быть вот оно какое. Какая толщина здесь, такая здесь. А здесь такая, а тут он как сужается. И нож, соответственно, такой же должен быть толстый. И сзади это вот хорошо видно. Вон какая там толщина здесь. Тоненькая-тоненькая. Потом сам нож. А вот здесь вот получается, где лезвие. Тут идет такой резкий наклон. Вот здесь вот. Вот здесь вот идет резкий наклон. А тут такой он в игре. А здесь нет. Здесь он так плавненько входит и идет. А в игре он резкий наклон. И оно идет плюс. Заточка вот, которая здесь, она начинается вообще откуда-то отсюда, и заточена она таким выемкой такой, а здесь просто слегка так вот, и начинается она гораздо раньше, и она тоже такое довольно-таки сильно заточенная, вон оно такое, он не острый, оно такое как бы, а здесь оно даже и близко нет, просто сужается, а там оно такое видно заточенное как бы. Ну вот, потом краска. Вначале фиолетовая такая же, как... Ну, то есть здесь она фиолетовая, а вот здесь вот, где она переходит и становится... Вернее, здесь как бы такая... вот здесь фиолетовая, а здесь и даже темно-розовая, что-то такое. Здесь она похожа, а вот там должна становиться фиолетовая, она просто какая-то то ли зеленая, то ли голубая какая-то здесь становится. В общем, тоже как-то... Не очень так вот выглядит. Но так, в целом, конечно, похоже. Похоже, конечно же, да. Вот он ножик. Конечно же, так-то оно похоже. Но в игре лучше, как бы. Он и толще. И кольцо с этой стороны внутри закруглено. Здесь такие ребрышки идут. И здесь оно, я так понимаю, здесь оно впукло, а там выпукло. И я так понимаю, вот эта вот штука, вот которая вот эта вот здесь, это вообще резинка там в игре. Она чутка выпукла. А здесь просто пластмасса. Вот, потом... Что еще мы видим?
Ну и нож как-то сам, или само лезвие покрасивее, посерьезнее, ну и потолще, как бы вот. Такие вот у нас отличия с игрой и с реальной жизнью. То есть, конечно же, в игре покачественнее, как ни крути. Да, в игре качественнее намного. Вот такое вот сравнение наше. На этом все. Всем покедова.